Зумба «Ночной рекорд» в России прошел в Москве. Эта ночь войдет в историю танцевального сообщества «Зумба» как самый массовый танцевальный урок. В России есть замечательная Russian Zumba Team. Это команда вовлеченных инструкторов, которые, в свою очередь, учат других инструкторов. И мы достаточно быстро собрали почти тысячу человек для этого рекорда. Так что с этой точки зрения нам было легко, и все с радостью поддержали эту идею ночью зафиксировать такой полуночный танцевальный марафон зумбы. Мы сбежали из дома просто, чтобы ночью здесь танцевать. Нужно сделать все дела, чтобы как-нибудь тихо выбежать. С каким настроением ты убегаешь и приходишь сюда, это не важно. Главное, какое настроение становится, когда ты сюда только вот переступаешь порог и видишь своих людей, слышишь эту музыку, да, попадаешь в эту атмосферу. Это чистый кайф. Это было спланировано 4 месяца назад. То есть билеты пригласительные были приобретены в январе. Да, и мы долгожданно ждали прям 4 месяца, чтобы здесь быть. Как только уже узнали о мероприятии, о том, что будет рекорд, естественно. Да. Первый мы живы, то мы тут. Да. Эксклюзивно для самого массового урока зумба Филипп Киркоров представил свой главный хит в необычной обработке. Зумба основана в 2001 году колумбийцем Бета Пересом. Зумба – это крупнейшая в мире фитнес-компания. Более чем 15 миллионов еженедельных участников в 200 тысячах точках в 186 странах. Зумба сочетает в себе латинские и мировые ритмы с простой в исполнении хореографией. Нам приехали ребята-инструкторы, их студенты со всей России, из стран зарубежья, ближние зарубежья, дальние зарубежья. То есть у нас прямо очень такой международный состав участников. Красота и уникальность изюминка программы в том, что это простота. В каждом ритме мы используем всего 4 базовых шага, на которые используются вариации рук, вариация направления движения, ритмические и фитнес-вариации, что делает эту программу очень эффективной. Эта танцевальная фитнес-программа появилась в России в 2011 году и успела завоевать огромную любовь и популярность среди фанатов латиноамериканских и популярных ритмов всех возрастов.